я медью придумала. Нет, я не придумала. Я что-то помню, а что-то нет. Ну тогда я тебе помогу. Хочешь? Хочу. Ты говоришь, что твой отец космобиолог, так? Да. Так значит, он работает не в Москве. Почему? Потому что он или на Байконуре, или в Звездном городке. Он сейчас. А впрочем, ты не поймешь. При всем при этом ты еще задавишься. Уйди, мама. Помнишь, нам позапрошли? Это тебе. Алиса, вы мне поставили температуру сами. Хорошо? Только не забудьте, я завтра проверю. Что случилось, Шурочка? Опаздываете. Олег Борисович, как раз подогадать? А он спешил диссертацию писать. Так он уже ушел, а я тут с вами разговариваю.